приехала на ферму по клубнике, и можно тут самим насобирать. Она вкусная, такая же, как в Украине. Не такая, как в магазинах. Очень вкусная. И Джоанна такая бегает здесь с подружкой. Вот это черный материал, это чтобы не росло, бурьян не рос. Но вода через него протекает, может проходить. И вот так вот можно собирать себе клубнички. Джоанна находит клубничку и в руках держит. И давайте побыстрее ее жевать. Она очень сладкая, очень вкусная. Ой, девочки хочет забрать. У Милы. Смотри, сколько у тебя. Смотри. Она бедненько ее обрывает всю. Ой, какая ты умничка. Собираешь, да? Давай-ка будем сейчас собирать ведерочко, которое нам дали. Смотри, Джоан, ложись сюда, давай, ведерочко. Ложи. Давай, собирай сюда, ложи сюда. Смотри, Джон, вот так надо брать. Брать, да. И вот так. Умничка, умничка, умничка. Молодец, да, будем клубничку собирать сейчас. Очень вкусная клубничка, да? Это какая-то еще зеленоватая некоторые. Вот мы насобирали клубнички ведерочком. Сейчас его взвесят. Тут у них еще магазин есть. Изделия всякие, свечки из воска. Джоанна рассматривает. Много разных изделий. Еще мед домашний, всякие конфетки на палочке. И Джоанна хочет, чтобы я уже что-то ей взяла. Но нет. Она все равно этим не знает, что это такое. Это свечки просто. И вот есть мед. Домашний мед. Разные-разные. Цветочные и разные другие виды меда. И ульи. Джоанна, изделия теперь есть из птички. Джоан, покажи свою птичку. Покажи. Какая у тебя красивая, да, птичка? Красивая свечка-птичка. Это такой магазинчик с медом. И на улице поля с клубникой. И еще.